Всем большой привет! Сегодня решила поделиться с вами простым рецептом чипсов в домашних условиях. Итак, что же нам для этого понадобится? Первое, это, конечно же, картофель, так как чипсы у нас будут картофельные. Далее идет вот такая приправа, у меня взята для шашлыка, можно взять для курицы, либо можно вместо приправы использовать обычный молотый перец. Также соль и, конечно же, растительное масло. Для начала нужно разрезать картофель на кружочки. Сначала я отделяю боковые попки, они, в принципе, нам не понадобятся. И тонкими кружочками я нарезаю. Далее я добавляю картошку в дуршлаг и промываю от крахмала. Так, я растерила полотенце. Оно нам нужно для того, чтобы полотенце впитало всю влагу из кружочков картофеля. Теперь заворачиваю. И жду минут 15-10, чтобы вся влага впиталась. Теперь мне понадобится большая тарелка и пергамент. Это вот такая бумага для выпечки. Накладываю бумагу на тарелку. Чтобы эти углы на микроволновке не мешали, я их просто отрезаю по форме тарелки. Далее я на тарелку выкладываю кружочки картофеля. Обязательно нужно посолить. И добавить приправу. Теперь наливаю растительное масло в обычную столовую ложку и слегка поливаю. Можно немножко его распределить, чтобы было оно равномерно. Теперь это нужно все поместить в микроволновку. В принципе, микроволновки у всех разные. Я обычно ставлю на 10 минут. В принципе, если у вас не сильная мощность, то можно на 15 минут. В общем, у каждого все это индивидуально. Вот такие вот золотистые, зажаристые чипсы у нас получаются. Они очень хрустящие, вкусные. И мне кажется, намного вкуснее, нежели покупные. Поэтому обязательно, кто не пробовал, попробуйте. Всем пока-пока, до новых встреч. Подписывайтесь на мой канал.